Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт в новом сезоне, ребята. И, в принципе, я так думаю, что мы уже, наверное, сейчас начнем заниматься пиксельмоном. У меня есть одна отличная идейка. Ну, сначала давайте вот это все расставим по сундукам, что да и как. Так, вот сейчас что я хочу посмотреть. Так, тут у нас пиксельмон, да? Да. То есть давайте вот это сюда поставим, пускай будет вот тут. Еда, еды у нас просто, ребята, капут. Сколько? Сейчас, давайте все поставим вот. Так. И смотрите, сколько у нас еды. Просто хреново туча. Яблоки, давайте еще яблоки поставим, пускай будет, да. Сейчас вот это все, куча ресурсов. 5 блоков, 5 алмазных блоков, 16 титаниума, 28 ураниума. Капут. Так, а вот что это такое? А, заспаунили босса, да? Я шуткую, да. Так, а это что? Empty. Короче, яйцо с девушкой, да? Слушай, Диуля, ты там давай-ка поспокойней. О, иди сюда. Ненормально это, иди-ка ты сюда. А ее как приручать нужно? Ее же розами приручать нужно. Она, а наша вот тут сторожит, да, отлично. А розы, вот они. Отлично, просто отлично. Сейчас идем мы, ребятки, подарим им ей парочку роз, да? Так, вот на тебе. Все, она наша девушка. И вот так, да, будет нормально. Ты тут пока что у нас охраняй подвал. Оу, не-не-не, ты не ревнуй, девулька. Иди-ка ты наверх. Можно тебе как-то туда. Или тут стоит, да, будешь как раз охранять. А ты, бешеная, иди-ка ты вот сюда. И смотри сюда. Да смотри сюда. Ох, чего чокнутая, иди сюда. Ну, иди даже нафиг. Короче, пускай там она будет. Так, нашел я, ну, как бы есть у меня парочка приконов, да, чтобы сделать себе покеболы. Так, это вот сюда. Это вот сюда. Куча у нас уже, ребята, просто кожи. Ну, в принципе, сколько мы там поубивали коров в том измерении. Сколько у нас яблок, ребята? С так чем-то. Сколько у нас вот таких обычных яблок, да, чтобы кушать. Сколько у нас кожи. Это вообще капут. Так, а, вот еще тут еда, вот это. Это вот так. Это я не знаю, что с этим делать. Ну, ладно, это мы выкинем. Так, и у нас еще в бэкпаке куча всего есть. Ух, да у нас еще и тут еды дохренище. Так, это мы вот сюда. Вот сюда. Тут у нас что? Тут у нас... так. Так. Тут у нас что? Тут у нас дерево, да? Вот так. Отлично. Так, ребята, ресурсы. Ресурсы вот сюда. Яблоки вот сюда вместе с едой. Вот так вот. Капут еды просто. Так, это вот сюда, это вот сюда. Вот это вот сюда, это вот сюда. Попкорн. Ух, потом захаваем попкорна. О, опять мы девушку можем заспавнить, но это потом. Ладно, это тоже пока что сюда. И вот эту броньку мы тоже позже сделаем. Да, так. Девулька, ты что там стоишь? Вот она, вот это вот тут. Пускай она там стоит, охраняет вот это все. Иди сюда. Не ходишь за нами? Тебе цветок в руках, да, нужно держать, чтобы ты за нами пошла. Как я понял. Ну или ходи себе тут.
Так. Отлично. Да ты тварюг... Ну нет, тварюга, ладно, иди-ка ты на улицу или куда ты там хочешь идти. Ребята. Сейчас, я так думаю, мы, наверное, уже себе сделаем фосил-машину, чтобы вот сделать этого покемона, да, чтобы у нас еще один был покемон. Плюс к тому, ребята, вот что мне пришло в голову. Смотри, сколько у нас яблок. И смотрите, вот сейчас. У нас же куча яблок. Мы, наверное, пойдем в ад, добудем глоустона тоже кучу. И... сахар, да, это нужно. Но этот тростник, это такое, можно сказать. Ну, не очень сложно достать, да, тростник. Поэтому, ребята, мы действительно, наверное, пойдем в ад, так как, если так считать, нужно нам словить какого-то покемона. И мы, в принципе, ребята, если так считать, мы можем пойти в ад. А в аду добудем себе глоустона. И сколько у нас будет вот этого? Сколько у нас будет раркенди? Если даже у нас закончатся яблоки, да, то мы опять же можем пойти в тот мир. А в том мире такое большое количество, ну, этих коров, что мы себе еще сможем столько этих коров, как бы, сделать. Ну, поубивать и столько себе яблок еще добыть, что это вообще просто будет капут. И если так считать, то сколько мы себе сможем сделать рар кенди? Это вообще капут, ребята. Так что я думаю, действительно, мы потом пойдем в ад, добудем себе глоустона, и когда у нас будет еще, может, там парочку покемонов, мы их начнем прокачивать. Так как цель, ну не то что цель, но в принципе, какое у нас задание, можно сказать, это... полная команда покемонов, да, то есть 6 покемонов. И плюс к тому, чтобы они были как бы разных типов, да, чтобы все типы, ну, как бы все типы покемонов, да, были, можно и так сказать. Типы покемонов, ну, как бы там водные, да, огненные, вот эти все. И плюс к тому, чтобы они были сотыми уровнями. И, ребята, вот сейчас я подумал как раз про раркенди и с раркенди, ну... с теми конфетками, с раркенди, это вообще куча просто большая будет, ну, уровней, мне так кажется, да. И, в принципе, сейчас, ребята, давайте мы посмотрим, нет, не шапочку, вот тут, фосил, вот, что нам нужно? Нам нужно сначала фосил клинер, алюминий, ну, алюминий, ух, реально, алюминий. Алюминия у нас нету. Или есть? Нету у нас, ребята, алюминия. Как я понял. Так, ладно, нужно потом будет еще, наверное, в шахты пойти или куда-то за алюминием. Да, 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 да. Так, сначала что я хотел, ребята? Сейчас, ребята, я не знаю, куда можно пойти. Честное слово. Или в шахту за алюминием, чтобы себе сделать фусил-машину. Или куда-то поохотиться на мобов. Так, ну сначала давайте покушать себе возьмем яблоки. Да, яблок у нас просто очень много. И возьмем мы их. И хватит, в принципе, да, вот этих всех яблок. Так, отлично. И, в принципе, ребята, я так думаю, мы действительно, наверное, все-таки... Или в шахту я потом пойду без съемки, так как... Ну, еще нужно плюс тему добыть обсидиан, да, чтобы пойти в ад. И да, и вот это нужно добыть. А вот сейчас, ребята, ну вот сейчас как раз ночь наступит. И я, в принципе, думаю, если тут заспавнится опять вот этот босс, ну, скорпионов, то опять его попытаемся убить, так как... В принципе, нужно его убить, но он что-то какой-то реально не умирущий. Очень сложно его убить. Поэтому, ребята, я даже не знаю, если честно. Как-то мы, может, постараемся, или фиг его знает, да. Что я еще хотел? Энчант столик мне нужно, но это как бы тоже нужен фосил, да? Фосил, обсидиан тоже нужно найти.
Наверное, мы сейчас кого-то тут позаспавним, чтобы вот это все не валялось у нас тут. Заспавним вот этого, заспавним вот этого. Вот этого. Да всех мы, ребята, заспавним. Или нет. Ну, попытаемся мы хотя бы их заспавнить. О, у него какая-то шляпа была, я даже и не видел, если честно. О, опять там кто-то что-то взрывает. Вот там скорпион на карте, да. Скорпион, это еще что такое? Ни хрена себе шапочка. Зараза ты, давай-ка иди-ка ты сюда. Мне тебя нужно забабахать. Ну ты просто такая трусиха. Его и нереально убить просто-напросто. Ну, как нереально, конечно... Ой, это кого я вызвал? Конечно реально, но... Ну, вот так мы его... Он и... Сейчас. Так. Это он, вот, пускай вот так будет. Да, отлично. Да кто это меня бьет-то? Ну вот куча вот этих тут зараз, которые не дают не то что пройти. Он еще их спавнит зараз, вот эти. Они, в принципе, нам урон какой-то нереальный не приносят, конечно, но вот... Только считать то, что они просто... Если просто-напросто считать только то, что у них просто очень такой... Да харе, твою мать. У них... Да дайте меч! Конченые же вы какие-то непонятные существа! Дайте мне твою ж... Ух, вы не... Еще вот боссы спавнятся, вот это еще хреново. Все, дайте мне меч, идите в жопу. Как его убить? Он еще и стрелы отбивает. Не все, конечно, но... Да хара хрюкать уже! Или что вы там делаете, твою мать? Вы скорпионы или жабы какие-то болотные? Вы бесите! Он еще хилится, твою мать. И хилится так, можно сказать, неплохо. Так, ребята, мы его так долго будем бить, что вот убили. Вот этот дебил хрюкал столько тут. Кто это еще у меня бабахнул? Наконец-то мы его убили. Ух, если у него больше, чем 300 жизней... Нет, не больше. Короче, иди-ка ты в жопу, и сейчас мы на тебя просто-напросто вот так пойдем. Да сколько вас тут вот этих жаб? Еще и ты тут мозги пудришь. А, да я же летать могу, твою ж. Если мы вот так тебя не убьем, то убьем и тебя вот так.
Я и забыл, ребята. А чё у меня вот все мои вот эти пропали? Мы же летать можем. Ну вот только он, конечно, отбрасывает на такое расстояние. Да твою ж мать! Охренеть. Ребята, если честно, я просто не в курсе, сколько мы его будем бить, потому что вот эта хрень просто бесячая. Но его убить, ребята, и так нужно. Да твою ж... Я извиняюсь, но просто вот эти звуки меня бесят. Так что... Как-то мы его сейчас попробуем убить, я не знаю как. Где ты, зараза? Ребята, сколько мы ему жизни снесли? Конечно, немного, но все же. 260 жизней у него. Так, ладно. Сейчас мы попытаемся тебя как-то завалить. Ух, твою мать, еще один тут пришел. Так. Да. Вот. Опять ты хрюкаешь или что ты там делаешь? Да ты уже бесишь. Я ему уже столько жизней снес, что... Еще один, зараза, приперся. Сколько я уже тут стрел накидал, сколько я уже вот этого валю, но у него еще нормально так жизни, можно сказать. Если бы он каждую стрелу принимал, ну как бы, то мы бы его уже давно убили. Конечно, просто он такой жирный, что это капут. Они еще так отталкиваются, что просто подойти к ним нереально. Еще вот этих зараз всяких мелких спавнят. Давай, еще чуть-чуть. Им нельзя давать убивать других монстров, потому что они лечатся, как я понял. Потому что когда он кого-то убивает, он просто начинает... Два жизни у него вроде восстанавливается, как я понял. Когда он кого-то убивает. Почти, ребята, почти мы справились. Ух, сколько же в этого заразы жизни. Какой же он жирный. Главное, чтобы он нас сейчас не убил. А, ну давай. Давай, еще чуть-чуть. А, давай, еще чуть-чуть. Давайте покушаем быстренько. И догоняем. Убили мы вот эту заразу. Сейчас вот этих бы всех поубивать. Мы как раз в него вроде, да, превратились. Сейчас я в нормального превращусь, а то просто он такой большой, что нереально вот это. А еще, а вот сейчас еще вот это, да, за нами будет бегать. Да идите вы в жопу. Да идите вы... Так, ребята. Они даже не пропадают. Да идите в жопу. Твою ж мать. Ладно. Сейчас как-то нужно оттуда ресурсы вот эти все забрать. Так.
Да ты идите в... Так. И сейчас мы тпхнем. Не тпхнемся. Сейчас. Полетим мы. Ну, потому что... Да идите вы уже в жопу. Во, наконец-то. Просто они там стали, что даже просто-напросто не подойти к нему. Мы все подняли, нет? О, ребята, мы подняли кусочек вот этого. Его... кожи, да, и так можно сказать. С которой можно сделать вроде броньку или что-то такое. Так, еще аметист тут. Вот это вот. Отлично. Ух, ребята, наконец-то мы хотя бы его убили, но он просто нереально жирный, честное слово. Просто нереально жирный. Сколько я его убил, это капут. Так, что тут еще есть, что мы можем поднять? Ураниум, титаниум, конечно же, нам нужен. С него 6 обсидиана выпало. В принципе, нормально. Так, все, ребята, идем мы домой, просто капут. Жирный этот босс. Идем мы домой. Так. И, в принципе, ребята, я так думаю, на этом мы уже закончим эту серию. Думаю, действительно, уже на этом можно заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.